Здравствуйте, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. 80 тенге все-таки утвердили с начала декабря. Поднимутся цены на проезд. Корреспонденты Первого Карагандинского узнавали, что станет с крупным заводом в Торпром. Казахский народный инструмент «Дамбра» поразил публику Дубая. В Караганде все-таки поднимут цену на проезд до 80 тенге. Сегодня городские депутаты поддержали предложение акимата и перевозчиков о повышении тарифа в общественном транспорте. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии маслихата. Повышение тарифа взамен на большую социальную защиту и улучшение сервиса. Только на таких условиях народные избранники согласовали тариф. Рекомендовать сессии согласовать предложенный тариф 80 тенге, предлагаемый акиматом города, с учетом бесплатного проезда для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сохранение тарифа 50 тенге для следующих категорий граждан, пенсионеров по возрасту, инвалидов первой и второй группы, это будет продолжено оказание социальной помощи на проезд в виде социальных проездных билетов отдельным категориям граждан. Помимо 50 тенге для социально уязвимых слоев населения, в рамках меморандума в договор между акиматом и перевозчиками чиновники внесли некоторые изменения. Автопарки обязуют установить GPS-навигаторы, систему электронного обелечивания, а каждые полгода автопредприятия должны обновлять по 5% подвижного состава. Неисполнение грозит крупными штрафами. Сегодня у нас уже по GPS-у платформа готова. Осталось только закупить оборудование. Ну, это вопрос времени. Это не могу сейчас сказать. Это серьезный проект. Все требования согласно закону в автомобильном транспорте. То, что законом предусмотрено, мы обязаны выполнять. Тем временем в акимате считают, что повышение тарифа на проезд было неизбежно. Увеличение цен поможет реабилитировать автопарки и поднять зарплату водителям. В силу решения маслихата вступит в начале декабря. После акимата идет утверждение инвестиций. Эта процедура займет порядка 10-15 лет. Потом мы в течение 10 дней, до 10 дней должны объявиться. Это, я думаю, займет процедура. Сегодня, если у нас 15-е, еще где-то 20 дней. С числа с 5-го, 7-го, наверное, наступит. В начале декабря. Между тем, реакция горожан не удивляет. К такой новости карагандинцы были готовы давно. Однако не каждый согласится платить за проезд по тарифам, равным южной столице, в то время, когда уровень жизни в шахтерском городе явно ниже. То увеличение проезда и с уровнем зарплаты на одном месте, это, конечно, не... Неправомерно. Ой, господи, а почему так? Вот мы пенсионеры, например, и для нас это же очень накладно. Ну, я против за 80 тенге. Вот и думают, что у нас все толстосумы, а у нас в основном ведь пенсионеры остались. Поэтому отрицательно. Студенты. Конечно, нежелательно, чтобы повысили цену, потому что я медик, медработник, средний медработник. Получаю не очень много. Ирина Камышова, Габиден Курышбеков, Первый Карагандинский. Очередная встреча прошла на заводе в Торпром. В этот раз диалог между рабочими и директором компании организовали сами руководители предприятия. Напомним, сотрудники в Торпрома с марта не получают заработную плату. Уже более полугода они пытаются добиться своих денег, но пока безрезультатно. Что станет с крупным заводом, узнавала Мирангуль Салкимбаева. Вот действительно работа. Мы без копеек остались, ни банк не платит, ни за квартиру. Дархан Маякин – один из работников предприятия «Вторпром». Со своей супругой в компании он работает с 2010 года. Сотрудник завода, как и все остальные, не получал зарплату за март и апрель. Молодая семья сейчас в безвыходном положении. С каждым месяцем накапливаются долги за коммунальные услуги и кредит. Ну, действительно, вот верите, нет, устали уже. Уже сколько, уже, не знаю, уже терпеть. Может, на отчаянный поступок пойти уже, чтобы нас услышали или как? Сегодня сумма долга по заработной плате перед работниками «Вторпрома» превышает 90 миллионов тенге. Задержка выплат началась после того, как на предприятии сменился собственник. Недобросовестный учредитель купил завод, потратил деньги, принял инвестиционную программу, однако так ее и не выполнил. Так утверждают сотрудники металлоперерабатывающего завода. В итоге сегодня работа на производстве остановлена. И без заработной платы за 2 месяца. В 2012 году мы работали очень хорошо, были очень большие заработки. В результате чего люди
взяли ипотеки под квартиры, взяли кредиты на мебель, на технику, потому что мы зарабатывали хорошо. Внезапно смена руководства одна, смена руководства другая. В итоге сейчас люди были без зарплаты и без работы, поэтому произошло накопление долгов. Тем временем руководство уверяет, погасить задолженность по зарплате можно только при возврате НДС. Представители вторпрома даже подавали исковое заявление. К слову, первая судебная инстанция прошла в пользу предприятия. Суд признал действия налоговиков незаконными. Однако работники налогового управления с таким решением не согласились. Именно по отказу в возврате налога на добавленную стоимость. То есть будет рассматриваться апелляционная жалоба налогового управления на решение суда первой инстанции. Кроме того, банковские счета компании «Вторпром» арестованы. Предприятие задолжало миллионы тенге своим поставщикам, а работникам не производятся пенсионные отчисления. У меня с ноября месяца того года только пенсия начислялась. Этот год у меня полностью нету. Сколько хотела я к Алексею, приходила, все вопросы. Также на конференции подняли вопрос о процедуре реабилитации производства. Нужно отметить, что «Вторпром» может возобновить работу в течение 5 лет. Сейчас сотрудники предприятия работают над этим. Вы должны в течение 2 месяца заявить свои требования. Мы подготовили вот такие образцы заявлений, которым нужно приложить копию удостоверения личности, копию РНН, копию пенсионного договора, копию свидетельства о присвоении социального индивидуального кода. При наличии копии решения суда о взыскании в вашу пользу задолженности по заработной плате от ТОВ «Вторпром» и справку Государственного реестра по выплате пенсии Республики Казахстан об уплате обязательных пенсионных взносов, которые можно получить в ЦОНе. Это требование обязательно. На встречу были приглашены карагандинские чиновники и представители надзорного органа. На сегодняшний день прокурорами Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 218. Это нарушение бухгалтерского учета. Однако статья может быть и переквалифицирована, говорят прокуроры. Каждую неделю мы заслушаем это уголовное дело. Сотрудники финансовой полиции приезжают и нам докладывают о ходе следствия полностью. Я так думаю, что в следующем месяце мы должны это дело отправить в суд с обвинительным приговором. Сотрудники «Вторпром» отмечают, что даже при наличии денег предприятие не может погасить все долги перед работниками, так как все должно быть в рамках закона. К слову, 19 ноября в областном суде рассмотрят апелляционную жалобу налогового управления. Если же решение судом первой инстанции останется без изменений, то у руководства «Вторпром» появится возможность выплатить все долги по зарплате. Только это может затянуться еще на 2 месяца. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Амандыков, Марат Культенов, Первый Карагандинский. В Казахстане создали агентство по защите прав потребителей. Сотрудники нового госоргана будут защищать казахстанцев от недобросовестных монополистов, следить за безопасностью различной продукции. На них, к слову, возложат и функции санитарных врачей. Между тем, одно из подразделений Министерства здравоохранения, Комитет санэпиднадзора, накануне официально упразднили. 50 лет в банковской сфере карагандинец Конопия Абилев отмечает профессиональный праздник «День финансиста». За свою карьеру житель шахтерской столицы не раз занимал руководящие должности в управлениях местных банков, где усердно трудился во благо развития финансового сектора области. Встретился с ветераном Марк Брюшко. Женой наша цель – увидеть правнука. В этот день Конопия Абилев принимает поздравления от родственников и бывших коллег. Общий стаж его профессиональной деятельности составляет более 50 лет. Ветеран тыла и отличник Госбанка СССР с охотой рассказывает о своей жизни. Она, по его словам, насыщена интересными событиями. Был международный приглашением. Конопия Абилев начал работу сразу после окончания средней школы. В 1956-м он поступает на заочное отделение в Алматинский учетно-кредитный университет. Во время учебы молодого амбициозного специалиста приглашают в банк Нуринского района, где он принимается за работу кредитного инспектора. После вступления в коммунистическую партию в 1966 году его ожидала первая большая должность – начальник налогового управления города Каражал. После того меня в 1969 году руководство пригласило начальником городского банка. Надо было в городе центральный банк, надо работать, надо было. По словам Конопии Абилева, в его задачи входило развитие экономики города и воспитание в его жителях духа экономики области. В тот момент, когда область разделилась на 2 части, его пригласили в поселок Топар, тогда еще Мичуринского района. Надо было там построить или ремонтировать банк.
людей принимать на работу. И управляющий меня пригласил. Кроме тебя никого нету. У тебя есть навык, опыт. Давай, строй марок, отделение и учи людей. Совсем скоро его пригласили работать первым заместителем начальника Госбанка области. В 1997 году Конопия Абилев вышел на пенсию. На данный момент заслуженный сотрудник сферы финансов воспитывает 6 внуков, 2 из которых уже создали свои семьи. К слову, несколько лет назад Конопия Абилев вместе со своей супругой Раушан отпраздновали 50-летие совместной жизни. Судьба связала их в далеком 1958 году. Я была в то время секретарем комсомольской организации в селе, а он в райцентре, тоже секретарем комсомольской организации. На конференциях мы познакомились и поженились. Работали вместе в банковской системе. Он себя показал с хорошей стороны. Жители района всегда с теплом отзываются о своих известных соседях, рассказывая, сколько окружающим те сделали добра. Всегда гостеприимные и доброжелательные. Именно такими их знают и по сей день. Марк Бюшкол, Жас Габасов, Марат Куфтенов, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы стартап в турбизнесе. Программа курса включает работу с клиентами, калькуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документооборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефонам 97 47 42 8 702 155 98 20. Казахский народный инструмент «Дамбра» поразил публику Дубая. В Объединенных Арабских Эмиратах проходил международный фестиваль талантливой молодежи, на котором наш земляк, 14-летний Мукагали Амирханов, выиграл гран-при. Впервые Мукагали взял в руки дамбру, когда ему исполнилось 4 года. Вначале его учителем был отец, благодаря которому он научился играть на казахском народном инструменте. Отец с маленького возраста научил меня играть на дамбре. Когда отец играл, я подбирал ноты, поэтому сегодня я люблю это искусство. Отец Мукагали – геолог по профессии, но с удовольствием играет на разных музыкальных инструментах. Сегодня он гордится своим сыном за отличные результаты, которые он показывает на музыкальных фестивалях. С сыном Мукагали я замечал талантливость его с 4 лет, когда уже я пел на дамбре, он рядом сидел, постоянно интересовался, сел на колени. И начал петь, тоже как старался. С 5 лет уже он уже на струне играл уже. Мукагали уже успел поучаствовать в конкурсах, которые проходили в России и на Украине. Недавно он показал игру на дамбре в Дубае. Здесь он проявил свое мастерство и занял 2 место. В арабской стране его талант высоко оценили представители жюри. Николай Кравец, Карат Рашитов, Первый Карагандинский. В Караганде выбрали лучшую автошколу. Конкурс проходил в рамках республиканского профилактического мероприятия «Неделя безопасности дорожного движения». Его цель – привлечь внимание общественности к последствиям ДТП. В этом году 106 учебных организаций по Карагандинской области подготовили уже более 15 тысяч водителей. Этот конкурс стал прекрасной возможностью для 5 участвующих автошкол найти желающих пройти у них обучение. По словам организаторов акции, в результате соревнований неизбежно повышается качество подготовки водителей. Сегодня карагандинские автошколы выставили своих лучших курсантов для соревнований в теоретических знаниях, правил дорожного движения,
а также в мастерстве вождения автомашины. А теперь к новостям спорта. Единственный паспорт пауэрлифтера в Карагандинской области теперь есть у спортсменки из Темиртау Ольги Прокопишиной. На днях она вернулась с Малайзии, где участвовала в чемпионате Азии по пауэрлифтингу среди инвалидов и заняла 5-е место. Подробности в сюжете Николая Кравца. Сборную Казахстана на чемпионате представляли 11 спортсменов. От Карагандинской области на соревнования поехала воспитанница областной специализированной школы инвалидного спорта Ольга Прокопишина. Мастер по пауэрлифтингу считает, что такие турниры важны для любого спортсмена. Данные соревнования не только, я считаю, не только для меня важны, а важны для любого спортсмена, который серьезно занимается спортом и ставит для себя планы, заниматься им дальше и ставить для себя какие-то высокие цели. Потому что соревнования международного уровня дают неоценимый опыт именно в соревновательной деятельности. На чемпионате Азии всего приняли участие 300 спортсменов из 35 стран мира. Это говорит о том, что женский пауэрлифтинг становится популярен даже среди инвалидов. Спортсменка из Темиртау на соревнованиях в Малайзии чувствовала себя уверенно. На этих соревнованиях я уже вела себя более уверенно, то есть уже не было каких-то нервных всплесков, или как это сказать. Вот. Вообще, очень благодарна всем, кто меня поддержал в данной поездке, кто верил в меня. Я сделала все, что от меня зависело, на все, на что я была способна. Ольга вошла в десятку сильнейших спортсменок мира и стала 5-й в своей весовой категории. Для нее это хороший результат, считает тренер Ярослава Косулина. Хотя становится обидно от того, что на соревнования такого уровня они поехали неподготовленными. У нас не было единой формы. Вот как приезжали другие команды, у которых и своя спортивная форма, одежда, все, атрибутика, футболки. Мы были разношерстны, кто в чем. Вот примерно оделись по цвету. Это, конечно, это минус для нашей команды. Между тем, важным моментом стало получение паспорта международного образца по пауэрлифтингу, в котором отражены все старты спортсменки и их результаты. В ближайших планах у Ольги участие в других соревнованиях. Для этого она получила специальную лицензию до 2017 года. Главное, чтобы нашлись спонсоры. Николай Кравец, Кабиден Курушпеков, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы Первого Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман саубомздар.